тучи сгустились, на улице кружат метели. За мною вчера приходили люди в серых шинелях. За мною вчера приходили люди в серых шинелях. Спросили фамилия, имя, и вежливо так предложили пройти следом строго за ними. В черной красивой машине пройти следом строго за ними. В черной красивой машине я глазам своим не поверил. Здесь, наверное, чья-то ошибка, но майор все толкал меня к двери. На лице сохраняю улыбку, но майор все толкал меня к двери. На лице сохраняю улыбку. Под конвоем целого взвода на Новинской меня допросили. Объявили, что я враг народа, и ногами по печени били. Объявили, что я враг народа, и ногами по печени били. Неужели нет больше веры? Так за что ж воевал я в гражданку? В 23-м не сдох от холеры, чтоб вот так вот попасть на Лубянку. В 23-м не сдох от холеры, чтоб вот так вот попасть на Лубянку. Но в последней главе прокурора сообщили родным, даже близким, будто все эти годы позорно я являлся агентом английским. И поэтому срок приговора 20 лет выслан без переписки. В один голос, как будто назло, после слов задрожали коленки. Тебе, парень, еще повезло, а могли бы поставить сразу к стенке. Тебе, парень, еще повезло, а могли бы поставить и к стенке. Как бы я судьбу не гадал, только уши заложены ватой, еду я в лагеря за Урал. И мой номер 725-й, еду я в лагеря за Урал. И мой номер 725-й.